Ну, а мы встречаем еще одну Софью, Софью Акатьеву. Соне 15 лет, и для нее чемпионат России среди взрослых является дебютным на подобном уровне. В прошлом сезоне не имела себе равных эта спортсменка на юниорских соревнованиях, выиграла, по-моему, все старты, в которых принимала участие, и сейчас дебютирует на чемпионате страны. Тренерская группа Итери Тутберидзе возле бортика на льду Софья Акатьева. Браво, Соня, браво, Сонечка, супер Соник. И ее первый сегодня, на сегодня чистый тройной аксель среди выступивших участниц. Молодец, Соня сегодня справилась со своей короткой программой. Вышла очень сосредоточенная, но раскрывалась всю программу, как и задумывал это тренерский штаб. И лично я получил удовольствие от ее катания. Очень взрослое, вкрадчивое, вдумчивое. Молодец, Соня. И я не скрываю, за какой тренерский штаб я болею, потому что сам к нему принадлежу, и мне ни капельки не стыдно. А что тут стыдиться, когда настолько здорово катается фигуристка? Ну что, молодец, все как обычно ты делаешь, тогда ты выигрываешь. Молодец. Действительно, когда твой спортсмен катается на таком уровне, посмотрите, какой аксель, с каким пролетом, каким запасом, выездом. Это можно бесконечно пересматривать. Чистейшее приземление, не придраться.
такая сосредоточенная во время выступления и такая милая открытая улыбка сразу после окончания своего проката у Софьи Акатьевой. Для нее такое впечатление, не существует авторитетов. Вот она выходит и прямо здесь сейчас уже готова показывать результат. Каскад во второй половине программы из двух тройных прыжков. Тройной луц, тройной тулуп. Здорово, все четко очень здорово. С наружного ребра, то есть, ну, как бы, в техническом плане, я думаю, что здесь мало к чему можно придраться в этой короткой программе. Ну все, первые эмоции схлынули. Сейчас Софья имеет возможность видеть самую себя, посмотреть со стороны. И теперь уже в ожидании оценок, которые, нет никаких сомнений, будут очень высокими. И да, действительно взрывается зал аплодисментами. Солидно. Софья Акатьева первая, причем с приличным запасом, почти 50 за технику и 85,6 балла по сумме за короткую программу.